Ни для кого не секрет, что на канале все без ума от Саши Ткаленко. И каждому есть что сказать о своей любви. Саша, он просто супер! Ты наш талисман. Мужественный, такой заботливый, такой сильный. Саша, он такой клевый, он как Брэд Питт. Понял? Саша, он... Смотрите в стратегии и включайтесь в стиле. О, как правильно. Саша, классный. А Женя любит Сашу даже... Больше женщины. Замечательная татуировка на плече. При этом это всем откроется, пока это знаю только я. И это, кстати, татуировка его характеризует тоже как очень творческий интерес. Саша, у тебя такие большие зубы. Саша! Почему у тебя такие большие глаза? Саша, он такой Ткаленко. Да что на канале? Во всем мире говорят о Саше Ткаленко. Пару месяцев назад Александр улетел из Штатов. Так плохо в Америке не было со времен Великой депрессии. Он огорчил меня. Спасибо. На этом все. Саша... Он давал мне зимой покататься на своем борде. Кто? Ткаленко? Покажите мне вашего Ткаленко. Я Майк Тайсон. 2 метра 150 килограмм. Я вашему Ткаленко все уши подгрызаю. Красивые фламенко. Это меня Саша научил. Я эти цветочки для Саши посадила. Я Чак Норрис, но он даже круче меня. Да, и много раз приглашал его снимать вместе кино, но он сказал, что у него много работы на каком-то там старе. Познакомьте меня с ним.